Универсальным называется электродвигатель, который может работать и на постоянном, и на переменном токе. Возьмем коллекторный двигатель постоянного тока и заменим в нем постоянные магниты статора на электромагниты, запитав их последовательно от того же самого источника, что и якорь ротора. Принцип работы двигателя останется при этом тем же самым. Вот действующая модель такого двигателя. Катушки статора красными проводами подключены к источнику питания, а желтыми к коллекторному узлу ротора, так что все катушки здесь соединены последовательно друг с другом. Подадим на двигатель постоянное напряжение 10 вольт, подтолкнем ротор, и он пришел во вращение. А теперь запитаем этот же двигатель не постоянным, а переменным напряжением с амплитудой 10 вольт и частотой 15 Гц. Ротор вращается и в этом случае, правда, не так быстро. Как же работает этот двигатель при таком подключении? Пусть направление переменного тока и расположение полюсов статора и ротора сейчас таковы, как показано на рисунке. При этом ротор поворачивается магнитными силами по часовой стрелке. Когда переменный ток протекает в противоположном направлении, но всех катушек тоже меняется на противоположную, и направление вращения остается тем же самым. Значит, оно вообще не зависит от того, куда течет переменный ток в данный момент времени. А чтобы изменить направление вращения, надо перемкнуть щетки, чтобы ток по катушке ротора потек в обратном направлении и якорь перемагнитился в другую сторону. Проведем испытание нашего двигателя, измеряя частоту вращения с помощью фотоворот. Подадим переменное напряжение амплитудой 14 вольт с частотой 5 Гц, и двигатель вращается с частотой 30 Гц. Когда частота питающего напряжения растет, частота вращения падает. Но когда эти частоты сравниваются на 17 Гц, двигатель переходит в синхронный режим, и теперь частота вращения совпадает с частотой питания. Пойдем от 25 Гц вниз. Мы прошли 17 Гц, а синхронный режим сохраняется. Когда мы доходим до 7 Гц, происходит резкий срыв, и ротор снова вращается с частотой 30 Гц. Чтобы таких странностей в поведении двигателя не было, надо увеличивать число катушек на роторе. Универсальные коллекторные двигатели применяются в ручном инструменте, например, в шуруповертах и дрелях. Мы вскрыли корпус дрели, чтобы посмотреть, как она устроена внутри. Это обмотки статора, который набран из тонких стальных пластин для уменьшения потерь на вихревые токи Фуко. Вот так вращается ротор. Здесь мы видим щетки и коллектор, который разделен на 24 сектора. Чтобы поменять направление вращения, надо перемкнуть обмотки ротора относительно обмоток статора, что делается с помощью этого переключателя. А теперь мы сделаем еще один опыт. Соединим катушки статора последовательно, а узел со щетками уберем из двигателя совсем. Замкнем обмотки ротора накоротко, намотав на полукольца коллектора медную проволоку. Установим ротор на ось, подадим напряжение с амплитудой 14 вольт частотой 15 Гц и подтолкнем ротор. Он вращается, хотя его катушка не запитана током. Объясните, как работает такой двигатель и напишите ваше объяснение в комментарии к этому фильму на ютубе.